Ульяновская «Волга» готовится к первому домашнему матчу на своем поле. После зимнего перерыва соперником подопечных Рената Аитова станет пермская «Звезда». Опробовать площадку для игры волжане решили в ходе тренировки на стадионе «Труд». После легкой разминки команда отрабатывала специальные упражнения. Использовались надувные макеты футболистов. Игроки показали, что в ходе зимней подготовки обрели неплохие кондиции. Она включала в себя долгодневные сборы. Все сборы прошли по плану, тренировались в двухразовом режиме. Я считаю, что полностью выполнили все установки тренера, сыграли достаточно много контрольных матчей, сумели наиграть связи, поэтому я считаю, что все хорошо, мы полностью готовы. В предыдущей игре ульяновцы уступили лидерам группы, футболистам Тюмени со счетом 0-2. Матч проходил на поле соперника, но у волжан есть все шансы реабилитироваться в первом домашнем поединке. Тренерский штаб приглашает верных болельщиков прийти и поддержать любимую команду. В случае успеха волжан сохранится интрига в борьбе за единственную путевку в футбольную национальную лигу. Матч состоится 9 апреля на стадионе «Труд». Начало игры в 18:00.